главным достоянием лицея являются наши воспитанники, которые за кулисами с нетерпением ждут своего выхода на сцену. Я просто не ждала, что мы не упадем. Прикольно. Это видео. Давайте сделаем большой, красивый финал. Встречайте юбилейный 25-й выпуск. Открыли перед нами дорогу в будущее, научили ценить добро и справедливость, воспитали и развили в нас лучшие человеческие качества. Сегодня исполняется 30 лет. Для школы это юный возраст, но для лицея это новый виток конкретных дел. Это время профессионального роста в новых социально-экономических условиях. Главный итог любого учебного заведения – это выпускники. Успешная школа – это тогда, когда дети приходят в школу с удовольствием и не хотят уходить. Спасибо лицею за шанс. Шанс достичь чего-то большего в своей будущей жизни. Дорогие наши родители, мы бы хотели поблагодарить вас за вашу безграничную любовь, за то, что вы научили нас доброте, целеустремленности, справедливости и ответственности за свои поступки. Дорогие наши дети, наши птенцы, ваши крылья окрепли настолько, что теперь вы отправляетесь в ваш главный самостоятельный полет, полет в большую жизнь. Пусть же он будет высоким и вдохновенным. Пусть у вас все получится, как получалось здесь, в стенах родного лицея. Обязательно сохраните и пронесите через всю свою жизнь крепкую лицейскую дружбу. А еще знайте, родные наши, что вы самые лучшие дети на свете. Ваши успехи – наша награда и гордость. Вы самое дорогое, что у нас есть. Летите в большую жизнь, наши птенцы, наши лицеисты, наша надежда и наше будущее. Дурбурі, ухазаже, умужулже, ханазаже, родим тухроже, ябахадетне, унын зурхно, хендагже, хлинибді.